И снова всем привет! Новые испытания в зоне кучной стрельбы и так далее. Сегодня нам предстоит в другом месте участвовать, да? Смотрите. Ай, поехали. Там, кстати, новые предметы. Я думаю, что, по идее, нам должны это сообщить перед началом испытания. Помимо бочки присутствует какой-то, видимо, летающий шарик. План на крайний случай. Защитите высокоценный груз, победив всех противников. Вот это, кстати, что-то новенькое. Вот оно как! На некоторых этапах может проявляться высокоценный груз. Победите всех врагов, защищая этот груз. Чтобы улучшить управляемость, понятно. Это наша. Прикольно, как же... Мне безумно нравится это, ребят. Я не знаю, как вы реагируете на эти испытания. Но я считаю, что это одно из лучших, по-моему, испытаний за все время. Вот такого надо побольше. А не там, где вы в зону... битвы заходите и сражаетесь бесконечно, зарабатывая очки. Вот это вот, кстати, реально уже устарело. А вот это... Ух, это вообще супер. Давай, отлично. По-моему, все идет просто идеально. Побеждено 7 из 37. Состояние высоко... Ой, ё-моё, там еще состояние есть. Ну-ка, стоять! Нате! Но... Бочка! Ай, ладно, уже поздно, походу. Да, он сейчас не поздно. Идеально. Так, этот... Подождите. А, мы в другое место переместились. Я понял. Продолжаем дальше. Как тебе такое? Нате. Все, что ли? Дополнительные бочки для того, чтобы, видимо, если вы пропустили, можно было бы добить их. Так, сейчас появится, видимо. 16 из 37. Он будет кругами ходить, что ли? А юмористы. Состояние, кстати, по-моему, у нас даже очень неплохо. О, нет! Как мне больших убивать? По два выстрела, это просто безумие. Чисто? Да, отлично. Дальше. Так, изменился сценарий тренировки. Понял, принял? Не успел, да? О, я не успел, чуть-чуть не успел. Бочка. Еще одна бочка. Еще, поехали. Супер, отлично, последний остался противник. На тебе. Есть. Да. Это просто замечательно. Состояние... А, тут еще и три галочки у нас есть. То есть, получается, состояние груза должно быть не менее и не менее 50%. Но на самом деле, я думаю, что 50% получить это довольно просто. С этим никакой сложности не должно быть. Давайте посмотрим, награды сейчас заберем, конечно же. Замечательное событие, ребят. Замечательное испытание. Вообще просто все круто. И, кстати, да, момент очень важный. Сейчас мы заберем все это, естественно. У нас впереди еще два испытания, да? Ясно. Это я понял. И, кстати, самое главное, ребят, здесь оказывается, чтобы получить вот этот меч, требовалось-то всего заработать 200 этой валюты, как она называется? А, так вот, материал для улучшения, я-то все думаю, замечательно. Мы его полностью сможем прокачать. Прикольно. Ну все. На этом все, ребят. Следующие видео будут посвящены последним трем испытаниям этого события. Не забывайте подписываться, как обычно. Если еще не подписаны, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. И обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.